Друзья, всем привет! Ну что, собрал себе вспомогашечку, поставил все это дело на 24-й шевелер. Шкив развернул, помните, да, в прошлом видосе его ставил наоборот. Вот здесь ну, пришлось развернуть, так чтобы двигатель уместился так, как надо. Сварил рамку для двигателя. Вот такая вот из уголков. Здесь просверлено по два, ну, под разные ремни. Вот. Стоит на резинках двигатель полностью. То есть болтами он не зажатый. С этой стороны под ключ на 17, с этой на 19. Вот под ключ на 17 он полностью проходит через крепление. Вот он в резинку упирается, это голова, и ее сжимает, она раздается и зажимается двигатель. Полностью стоит на резинках, будем так говорить. Вот, контакта с болтом никакого. Все, давайте сейчас, наверное, его прикручу, кину ремень. Удобно сейчас так его кину без болтов. Здесь сделан натяжничок у меня для ремня, вот таким вот образом все это дело будет натягиваться. Это я уже проверял, если честно, пока варил. Вот сейчас только перемычки вот эти закончил, а так просто он держался на двух уголках. Это для удобства поставил перемычки, чтобы уже его 100 раз не настраивать. Вот. Болты. Болты попали, да? А теперь остается только натянуть ремень. Даже можно болты не закручивать пока. Ой, как всегда, все из рук валится к вечеру. Я думаю, достаточно. Все. И теперь можно закрутить. Провернуться оно не дает ему. Вот здесь болт практически напротив тянет, напротив шкива, практически, чуть-чуть со смещением. Но это не мешает ничему и никому. Все, давайте сейчас притяну, подключу вот эту приблуду и наглядно покажу, что примерно получилось. Останется сделать сюда кожух, чтобы меньше абразива летело в проводку. То, что будет пыль сосать, то ерунда, любой двигатель, даже на болгарках, на тех же самых гайковертах, также сосет пыль. Здесь будет то же самое. Но прямых вот этих попаданий сюда уже не будет. Кожух все равно надо делать. Биение патрона сумасшедшее. Вот. Это капец, его заметно невооруженным глазом. Не надо даже приборы ставить никакие. Вот. Но я думаю, это лечится. Потом уже разберу. После того, как токаря повыходят на работы. Вместе вот так вот с этим длинным валом отдам патрон. Пускай вот этот флянец вот с этой стороны его поправят. Чтобы убрать вот эту восьмерку биения. Видать, он или согнутый, или я не знаю. Искал вот такой шестигранник, хотел открутить. Восьмерка много, шестерка мало. Скорее всего, семерочка. У меня такого нет. Вот. Может, недотянутый. Не знаю. Ну, видно, что флянец гуляет. Сам. От этого и патрон гуляет. Ну, это уже поправимо. Я думаю, не беда. Все, вспомогашечка. Сейчас закручиваю, подключаю. И что-нибудь зажму. И болгарочкой шлифану. Так, ну подключил вот эту приблуду китайскую. Выключатель на реверс нашел. Оказывается, у меня был. В общем, сделаем. Сделаем. Ну а пока сейчас вот заведу. Посмотрим,
как это дело работает. Одной рукой, правда, неудобно. И все это на козлах дело стоит. Вот. Я уже проверил, в принципе, все эти вещи и моменты. Отлично. Это минималочка. Сейчас вот вывожу минималочку. Ну, вращается еле-еле. Ну, вот видно, как патрон вот здесь вот ближе к этому краю бьет. Но я промерял уже, как бы ставил на магнит вот тот свой приборчик. И вот только с этой стороны. Там вообще стрелка капец, как двигается. Вот здесь есть регулировка, как она там называется, резистор, или как он там правильно, по-научному. Вот он прибалтанный на минимум, то есть на максимуме движок 11 тысяч не развивает. Как-то пробовал я его, ну, без шкива, без ремня, вот это выкручивать на максимум. Капец, что самолет. А потом уболтал, наверное, раза в два, стал тише работать. Меньше крутить, поэтому на минималке все настроено. Сейчас зажму кусок трубы и попробую чистануть. Так, сделал вот такой ключ из болтов, которые блок, точнее головку к блоку крепят. Здесь пружина вот такая, гайка закручена, и на 4 грани просто сбил резьбу. Вот. Чтоб не забывать ключ в патроне. Ну, как оно и должно быть. В этих самых. В настоящих, будем так говорить. Этих вещах. Вот такой сейчас кусок трубы, обрезок. Он здоровый. Я думаю, видно будет. Прекрасно. Ну, есть мнение, есть, все равно есть. Ну что, запустим? Так, потихоньку. Помедленнее можно поставить. Ну вот, почищенная труба от ржавчины. Делов тут, конечно, несколько секунд, чем ее в руках, в тесах елозить. Вот те же самые тесы, только вращаются. Замечательно. Да, я думаю, замечательно. Сейчас еще что-нибудь почистим. Так, ради эксперимента. Ну, это обороты нездоровые. Продолжим. Thank you.
делов, я не знаю, любая круглая запчастюлина чистится вообще на ура. Вот. Была вот такая. Ну, здесь вот напаечка дальше не стал. Стала вот такая. Ну, приятнее работать с такой запчастюлиной. 100 раз приятнее будет. Все, останется сделать корпус и выровнять патрон. Вот, как-то так. Ладно, на этом буду заканчивать видос. Главное, уже работает вся эта система. А это мы доделаем. Это уже мелочь. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Да, и, наверное, проверю сейчас вот со стойки, с амортизатора. Наружная часть, будем так говорить. Вот. Вырезал, шток доставал. Вот, сейчас проверю на вот таком вот круге. Вот такого плана. Ну, поняли, да? Что за круг? Как снимает краску? Справится с краской или нет? Все, сейчас ставлю, попробую. По-быстренькому. И точно будем заканчивать. Видно? Да, я думаю, видно. Стоит все это дело на козлах, поэтому оно будет дальше стоять все это дело на земле, когда я закончу, просто на земле. И может даже выноситься на улицу, чтобы здесь лишний раз не пылить. А пока проверяю так. Патрон кривой, плюс я, может, зажал еще криво. Ну. Ну, тепленькая, что там говорить. Даже вот номерок видно. Это офигенно. Что там? Вот краска снялась. Я попробую ее так сними. Без вот этой приблуды. Замучаешься. Все, теперь точно все.